40 тонн. А было не 60 тонн? Случайно не 60 тонн было? Ну давай же, давай, ну. Что творится? Что происходит? Почему не засчитывается-то? Еще один плавильный завод воткнуть, что ли, или что, или как? Мало, может, вам? Они оттуда выезжают, а ни хрена не приезжают. По-моему, здесь больше было. Или у меня уже шарики за ролики, или кто-то ворует мой металл. Ты распил бюджет, это коррупция! Ох уж это заграничная коррупция. Поставим экспорт. Была не была. Тем более деньги нужны. Поставим экспорт. Машин все больше. Может, я где-то не поставил остановки автобусные, конечно. Конечно, где-то не поставил автобусные остановки. Везде не поставил, скажем так. Скажем прямо. Солнце лучик, вкусный супчик. Скажем тупо. Прекрасное стихотворение. Какие большие супермаркеты у меня уже строятся. Надо же, до чего. Техника дошла. Что она там переполнена, да? Так я и знал. Так я и знал, нельзя им доверять. Нельзя строить школу. Пускай они лучше тупыми остаются. Нельзя. 950 человек. Надеюсь, хватит. А здесь что? Тупые школьники подожгли дом? Да ну в жопу, снесу эту школу вместе с людьми, находящимися в ней. И все и нормально будет. Зачем париться насчет их мозгов? Давайте, подходите, не бойтесь. Из области пока к нам никто не приезжает, ну естественно. Зачем к нам приезжать из области, если у нас образование только детский сад? Не то переполненный. А там есть институт в большом яйце. Так, все-таки сбросилось это все. Плавильный завод. Что ж ты такой плохой, плавильный завод? Ну что? Ничто? Ничего пока, да? Туда-сюда все еще ездит и все. Никаких признаков жизни вообще не подают. Почему нельзя кликнуть на эти дурацкие иконки? Посмотреть бы хоть что-нибудь у нее в голове творится. Отправьте ресурсы. Каким раком я тебе их отправлю? Все тут и так стоит. О, 65. Вот вам и экспорт, блин. Что, сплав 70 тонн? А куда все делось? Знаете, было 260 тонн сплавов. Куда все делось? Куда, я вас нафиг спрашиваю, все делось? Не, ну вы прикалываетесь или как? Че за хрень здесь происходит с этим проектом? Там сплавы и металл испортился. Заржавело все, что ли, за пару дней. Как это понимать? Да 200 тонн сплавов делать с урдюки. Вот уроды. Я и денег не получил, и сплавов нету. 200 тонн сплава пропало. Замечательно. Вот это просто гениально.
Куда сплавы делись? Круто. Куда-то делось 200 тонн сплавов. Замечательно. Что я еще могу сказать? Просто замечательно. Лючий просто не бивает. Слушай, да? Еще что ли плавилку поставить? Что-то слишком уж медленно все это делается. Давайте еще металла. Металл. 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 И грузовичков. Какое наложение. Сам ты наложение. Призрак вонючий. И табличку, конечно, тоже. Воды, наверное, для этого требуется немерено. Да. Сразу вода потребовалась. Где у меня вода? Здесь. Фильтры. Че, недостаточно симулионов? Какой недостаточно? Ты что? Офигели совсем, что ли? Симулионов, блин, недостаточно. Как ты смеешь говорить, что недостаточно симулионов в моем городе? Давайте, работайте. Ну и чё? Склад заполнен. Идите нафиг. Везите сразу на предприятие и всё. И не парьтесь. Ну, когда она откроется, конечно. Когда она откроется, фиг знает. Нет места. Чё творится? Чё происходит? Непонятно. Абсолютно непонятно. Что значит того электроники? Пять промышленных предприятий средней технологии. Для этого нужна средняя школа. Сколько там будете на работу приниматься, извините, товарищи? Можно побыстрее как-нибудь двигать задницей? Потому что так полгода пройдет, потому что я тут уже заколебался. И опять все зависло. 80 тонн, 75 тонн сплав. Я не понимаю вообще абсолютно ничего, извините. Абсолютно ничего не понимаю. Ох, замечательно. Пожарные тут еще возмущаются. Да не надо мне эту фигню. Идет она. Ездите там на здоровье, разбирайтесь сами со всеми пожарами. Что там загорелось в таких количествах, что... Просто невероятно. Где горит-то? Что, видать, много чего горит. Много чего горит. Где огонь? Где пламя? Пламя где? Пламя где? Нигде нет пламени. Интересно. Феномен. О! Земля загаженная. Нет, не есть хорошо. Это что ли? Здесь просто нет покупателей. Где пожар? Промышленное здание. Это интересно. Это весьма и весьма впечатляет, конечно, да. Здоровая махина. О, офисы уже большие начали строиться.
Так, это надо расширять. О, а чё это так жирненько-то стало вдруг? Используется энергия-то. Это с этого завода, что ли? Они там электрические печи используют, что-то совсем обнаглели. Пользуйтесь какими-нибудь угольными печами. Но зачем электричество это сжечь в таких количествах? Хотя какая разница, у меня все равно угольная электростанция. Плевать, короче говоря. Главное, чтобы это все работало. Ну, скоро оно будет работать. Так, все пока в порядке, не работают только плавильные печи. По понятным вполне причинам. Потому что жрут до хрена. Но плохо, что они не работают, потому что именно они-то мне и нужны сейчас больше всего. Лучше бы добывающие установки не работали. Ну что у нас здесь? Ничего пока. М-да. Непонятно. Непонятно. Чё им там нажать? То увеличивается, то не увеличивается. Экспорт увеличивает, то уменьшается. То еще что-то. Чё им надо? Блин. Чё вам надо? Чё вам надо? Скажите уже прямо, чё вам надо? Груз. Груз. Покажите мне стрелки на груз, черт возьми. Стрелки на груз. Вы мне можете показать, кто куда что везет? Ну, а жопа. Корал я всех в жопу. Я не понимаю, что такое. Что мои шпехаются там по городу с этим металлом в грузовиках. Почему? Это у них экспорт. В задании стоит. Эти откуда-то берутся непонятно из ниоткуда просто. Не хватает ресурсов. Что значит не хватает ресурсов? Естественно, не будет хватать. Или что? Может, это запасы нужны? Да нет, не запасы нужны. Это бред, 2800 тонн металла с запасами. Это же бред, правильно? Или это не бред? Или так оно и есть? Так а их все равно никак невозможно ограничить. Они либо импортируются, либо вывозятся. А импортировать я точно ничего не собираюсь. Импорт это дополнительные закупки. Чем мне еще сейчас закупать? Вон, поехали наконец-таки. Куда вы поехали? Вот куда вы поехали? Удивите меня, блин. Пускай сейчас вырастет количество. Ну и чё? Ну ничего. Чё, ничего, всё. Не знаю, обратно на внутренние нужды переставлю. Я не знаю ни хрена, не понимаю просто. Я просто ни хрена не понимаю. Потихоньку наш город развивается очень медленно, но у меня другая задача в этом городе, как вы понимаете, это построить археологию, или как она там называется. Все время хочу сказать археологию. Опять мышка вырубилась. Замечательная мышка. Замечательно ее порвал провод. А как это сделать? Я просто не допираю. Ну не допираю и все. Просто не допираю я. Тонн металла в день производится на данном предприятии. Не знаю.